В Иванове стартовал общегородской форум школьников «Поколение патриотов». В качестве организаторов выступили активисты молодежного движения «Новый рубеж». Участие в форуме приняли более 100 учащихся из 20 школ города. Школьному крылу один год, молодежному движению 5 лет, соответственно, мы отмечаем большой и малый юбилей. Сегодня общешкольный форум – это своеобразное подведение итогов того, что мы сделали за один год, подведение нашей общественной активности, активности в наших школах. А также это своеобразная площадка для ребят, где они могут познакомиться с своими ровесниками со всего города. За год существования школьного объединения его участники уже успели организовать 2 больших флешмоба. Сегодня у учащихся разных школ города будет шанс познакомиться, пообщаться, ну и, конечно же, поиграть и подискутировать в течение всего дня. Сегодня планируется ряд мероприятий, таких как дебаты «Терки», «Ворошиловский стрелок», «Ролевая игра «Остров» и образовательные тренинги. Основная цель мероприятия – привить молодежи патриотизм и потренировать интеллектуальные способности. Ну и, конечно же, дать возможность школьникам почувствовать, что именно они – будущее нашей страны. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.